Комплекс «Фаворит» – последняя, самая свежая из модернизации семейства С-300. Сергей начинал службу в ПВО еще на машинах советского производства. Сейчас перечисляет достоинства обновленного ЗРК. 14 приемных устройств. Это все связано с модификацией, модернизацией, установкой новых СВЧ-приборов. Машину вычислительную абсолютно поменяли. Отказоустойчивость выросла на порядок. Высокая отказоустойчивость – значит, сколько нажатий кнопки «пуск» на командном пункте, столько и пусков ракет, поясняет зенитчик. Зона поражения внушительная – 250 километров. Разбег высоты от 100 метров до нескольких километров. На счету расчетов «Фаворита» уже 5 уничтоженных «Байрактаров», причем как разведывательных, так и ударных, с боезапасом. Может комплекс работать и по целям, которые недоступны для предыдущих модификаций. Мы можем сопровождать цели с нулевой скоростью. Есть вертолет, допустим, свойство вертолета – зависнуть. Обнаружить, сопровождать и уничтожить он может до 6 целей одновременно, идущих на разной высоте и скорости, находящихся на разном удалении. Глаза комплекса – направленная радиолокационная система, которая видит в небе все на 300 километров вперед. Угол обнаружения у нее 110 градусов.